Этой зимой температурный рекорд был побит на 8 градусов. Такого теплого февраля в регионе не было за всю историю метеонаблюдений. Все это не могло не сказаться на состоянии дорог, и поэтому ямочный ремонт стартовал раньше срока. Начиная с февраля, вот уже с самого начала, у нас работала, соответственно, на заливке непосредственно кёхеров бригада, которая работает с литым асфальтобетоном, 4 кёхера и 4 бригады по подготовке карт. Значит, со следующей ночи, то есть получается 2 на 3, у нас добавляется еще один кёхер, еще одна бригада. То есть мы нашли в Самаре, можно сказать, частный кёхер, с которым заключили договор, он также будет работать на дорогах города. Бригады работают и днем, и ночью. Отбойный молоток и литой асфальт – это единственные инструменты, которые есть у дорожных служб с учетом времени года и погодных условий. Только так они могут исправить ситуацию на дорогах, которая возникла из-за интенсивного таяния снега. За ночь, в зависимости от погоды, одна бригада способна привести в порядок до 120 квадратных метров асфальта. Перед началом работы мы обрубливаем края ямы, после этого просушиваем и укладываем непосредственно литую асфальтобетонную смесь по температуре в среднем 215 градусов Цельсия. Такая температура непосредственно выпаривает влагу, которая рядышком вообще осталась. Литая смесь застывает примерно за полчаса. В зависимости от погоды заплатки могут продержаться более года. По такой технологии надо восстановить 39 тысяч квадратных метров, из которых 6 тысяч уже готовы. Ремонтники подчеркивают, это временная мера. После того, как установится сухая и теплая погода, дороги начнут чинить картами. Некоторые магистрали будут реконструированы. Андрей Трой, Артем Сулайманов. События.